Спасибо.
снимаешь? Необычный концерт. Средний ансамбль. Мы с вами возрождаем традиции фортепианного домашнего музицирования, которое пережило свое появление в России в 18 веке и расцвет в 19 веке. С появлением фортепиано, у которого увеличилась клавиатура на 2 октавы, а у клавесина было всего 5, появились влияния оркестровых эффектов. Ну и исполнение очень трудных произведений вдвоем в 4 руки. Близкое соседство пианистов за одной клавиатурой дает единение, дает сопереживание двух артистов. Музицирование в 4 руки сыграло колоссальную просветительскую роль. Масса любителей познавала различные жанры музыки. Почти каждый исторический фильм, каждый исторический спектакль показывает нам какую неотъемлемую часть в жизни человека играла фортепиано, играл, опять же, музицирование в 4 руки. Например, чеховские пьесы, вы знаете, если вы помните, там играли салонные пьесы, исполнялись танцы. В знаменитом спектакле «МХАТа» известная семейная пара исполняли дуэт «Голубок и горлица» на арфе и флейте. Знаменитые артисты играли Андровская и Яншин. Нотная литература в 4 руки выпускалась в большом количестве. И для разных возрастов. До нас дошла в стране, потому что в этом году у нас как никогда очень много семейных пар. Программа...
милостровая, веселый перепляс. Казак Ольга и Валерия. Оля и Лера, учащиеся 1 и 7 класса музыкального лицея. Бакланова, романс. Thank you.
родные сестренки, подготовительный и 7-й класс музыкального лицея. Слова и музыка Семенова, джазовая песенка «47 минут у телефона». Валерия ученица 5-го класса школы педпрактики, Надежда врач-стоматолог, выпускница нашей школы педпрактики 92-го года. Джампух, сын оленя.
брата и сестра. Даша ученица 4 класса, Боря выпускник 2000 года нашей школы педагогики. Гаврилин, подражание старинному, из цикла «Зарисовки». Татьяна Ивановна, редактор журнала «Комок». В музыкальной школе не училась, но получила образование частным образом вместе с дочкой. Моцарт, минуэт, третья часть 40-й симфонии «Соль дня». Рустамовы, Гюнай и Рада.
Юная ученица 3 класса лицея. Ирада Толятна, сотрудник нашей академии. Имеет 2 образования. Пианистка высших образований и юрист. Пианист и юрист. Миниатюрный концерт для фортепиано с оркестром. Первая часть. Thank you.
пятого класса школы педпрактики Валентина Ивановна, солистка театра оперы и балета. Вдохновитель всех наших концертов. Старинный русский романс «Дремлют плакучие ивы». Учащиеся 4 и 7 класса школы педпрактики. Шмидц, ночная фиалка. Thank you.
наш постоянный дуэт, постоянные участники наших концертов, Георгиева Александра и Вера, мама и дочь. Саша — выпускница нашей школы, ее мама Вера Георгиевна — пианистка, концертмейстер нашей академии. Крамер, Диснейлер. Thank you.
хороший у нас семейный ансамбль? Очень. Спасибо большое учащимся. Но я хочу сказать особое, огромное спасибо нашим родителям, впервые вышедшим на сцену вместе со своими детьми. И я думаю, это очень хороший новогодний подарок. Вы, пожалуйста, дома еще раз исполните эти номера. Доброго, веселого вам Нового года! Спасибо.